И еще одно происшествие выходных. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Новочебоксарске возле ночного клуба «Президент». Погибших нет, пострадавшие доставлены в больницу. Подробнее в следующем сюжете. Ранним утром в прошлое воскресенье здесь раздались неоднократные выстрелы. Неизвестные молодые люди открыли стрельбу из огнестрельного оружия, в результате чего пострадало четверо молодых парней. После этого злоумышленники скрылись с места преступления. У входа в ночной клуб остались даже следы от пуль. В настоящее время установлено, что автомашина, на которой подъехали злоумышленники, была без государственных регистрационных знаков. На месте происшествия были обнаружены 4 пыжа, что свидетельствует о том, что, вероятнее всего, стрельба велась из охотничьего оружия. Эти пыжи в настоящее время направлены на судебно-баллистическую экспертизу. С целью установления тяжести вреда, причиненного пострадавшим, назначены судебно-медицинские экспертизы. Также в целях установления объективной картины произошедшего назначена и судебно-генетическая экспертиза. По словам Олега Дмитриева, двое из пострадавших сейчас находятся в реанимации. Состояние двоих других не вызывает опасений. Мотивы преступления пока еще неизвестны. Сейчас следственные органы изучают видео с камер наблюдения, расположенных рядом с клубом. Евгения Егорова, Андрей Шоклев, Республика. По информации на этот час, двое пострадавших по-прежнему в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Подробно о состоянии раненых мы расскажем завтра.